Всем привет! Сегодня такой хороший денек. Вчера был мартовский снегопад. Мне захотелось снова сделать свечу. Вот не все свечи подходят, оказывается. Некоторые свечи вообще как-то, ну, видимо, дешевые используются какие-то материалы, и они прям пахнут как керосин или какое-то непонятное переработанное масло автомобильное. Ну, я, естественно, их использовать не буду. Это такие бытовые, хозяйственные свечи. А вот эти, они уже такие хорошие. Так что мне нравится использовать парафиновые свечи, потому что восковые, они такие, наверное, горячеватые для того, чтобы их руками трогать. А мне нравится руками трогать. Вот. Но теперь я поняла, что есть свечи, которые какие-то вообще некачественные. Может, не очищенные имеется в виду, в большей степени такие. Я думаю, для этой одной хватит. Более чем. Не все свечи подходят, конечно, для этого. Это я ее помыла, она немножко запылилась. Я ее помыла, поэтому она так делает. Но ее прям приятно держать, надо сказать. Мне так нравится общаться с миром. Есть какие-то темы, конечно, которые я
пока что еще не совсем поняла. И я настойчиво задаю вопросы, потому что ответы мира я немножко, ну, в некоторых вещах вроде как понимаю, но хотелось бы больше понимания. И я больше об этом спрашиваю и больше на этих темах заостряю свое внимание. Но вот темы, которые просто возникают как вопрос, а на них как-то даже легче приходит ответ, надо вот заметить. Мне кажется, что так и нужно как-то задать вопрос и в каком-то смысле забыть, а не слишком уж напрягаться по данному поводу. И вот я как-то в своих видео думала, ну как же можно себя приблизительно охарактеризовать? Я думала, ну, вроде то, что я говорю, о чем я говорю, что это? Ну, психологии это не назвать, эзотерикой вроде тоже. Но я думала, ну, может быть, эзотерическая психология, потому что я не очень большой последователь классической психологии, несмотря на то, что использую многие разные методы, но вот не совсем в классическом прямо смысле. Я думаю, ну, может быть, если не эзотерическая психология, как-то странно звучит, то, может быть, экзистенциональная, ну, от слова «существовать», да, «exist», то есть психология о существовании. Ну, и как-то не особо заморачивалась, но почему-то вот мне не приходило такое простое сочетание из двух слов. И я сейчас скажу. И я как-то этот вопрос подняла вроде и забыла о нем. И буквально на следующий день, после того, как я там записывала видео, и думаю, что как-то странно звучит, как-то угловато звучит это обозначение, это название, но не придумали ничего для этого. Сказать, что я там учитель или гуру, нет, конечно, я еще в процессе. В каком-то смысле я могу действительно быть уже учителем, могу давать определенную информацию гораздо даже профессиональнее, чем многие. Но вот именно гуру, как Оша, например, я себя не считаю таким человеком пробужденным, просветленным. Я в пути. Я нахожусь в пути, потому что... И это тоже хорошо, потому что когда, опять же, как Оша говорит, да, когда человек обретает Бога в себе, ну, то есть он просветлился, то он становится немым. Ну, это, конечно, в переносном смысле, да, что тебе больше не нужно будет говорить об этом, потому что это нельзя писать словами, и пропадет потребность вообще говорить это, и особенно кого-то учить, кого-то просветлять, ради кого-то что-то делать, потому что в этом нет смысла. Смысл только в тебе, потому что все остальное это и есть ты. Ну, то есть это и есть я, все. Каждый человек, который как-то даже там, ну, может просто негативно себя проявлять, это тоже и есть я. И я вижу эти проявления, и, например, сейчас могу очень сразу так философски взглянуть и начинать рассуждать о себе, и это здорово. Но вот просветленный человек, он... мне кажется, действует как-то вообще иначе. Он даже, может, и не действует в общем. Он просто созерцает себя и проявляется в этой реальности. И у него больше не возникает никаких столкновений с этой реальностью, с людьми, да,
так же, как и не возникает желание и побуждение помочь кому-то и что-то сделать. Поэтому, скорее всего, просветленный человек не будет, не скорее всего, почти что 95%, что просветленный человек, он не будет заниматься учениями других людей. Вот, поэтому те, кто ищет уже пробудившихся, которые могут как бы учительствовать, да, ошибаются, потому что пробудившийся человек учительствовать не будет. Но около пробудившиеся люди, которые на пути и очень близки к пониманию, у которых открыт поток, у которых открыта информация, они еще сами не достигли просветления, да, но у них уже есть та информация, которая есть не у многих. И они могут с пространством разговаривать, получать ответы, слышать истину, понимать ее, улавливать, получать осознание. Вот такие люди учителя. И, в принципе, я вот таким человеком вполне даже являюсь. Но, опять же, учить так, чтобы кого-то чему-то учить, ну, это тоже для меня не особо интересное занятие, особенно персонально, скажем, исправлять судьбу там человека или еще что-то, потому что это затрачивает много энергии и, например, на одного человека. Я, к примеру, больше склонна к тому, чтобы искать вот эти вот пути и выходы, которые ведут к изменению, которые идут к трансформации. Так, хорошо видно вообще? Что-то видно как-то не очень. Которые ведут к трансформации, к обучению, к изучению, к перемене как бы судьбы человека, да, к прорабатыванию травм человека. Потому что, в принципе, теория о том, что нужно пробудиться, и, если проще говоря, это остановить мысль, да, то есть ничего не мыслить. И как бы пробуждение придет, потому что ты просто будешь в моменте созерцать как бы себя и происходящее вокруг. И ты как бы будешь чувствовать, что все, что есть, это и есть ты. Но я думаю все-таки, что ну, не просто так, например, да, это очень редкие случаи, когда вот, я не знаю историю Оши или других там каких-то людей. А, хотя про словосочетание, которое я хотела сказать, надо же, как мысль вела. Мир мне подкинул буквально сегодня, случайно наткнулась, духовный психолог. Я поняла, так вот оно название про меня, духовный психолог. То есть и не гуру, да, и в то же время не психолог, а именно духовная психология, то есть психология как бы о душе, о том, как жить, как вот смотреть на вещи, как чувствовать, а психология бытия, вот как-то так можно сказать. Так вот, вернемся к Оше, что я хотела сказать? А, я говорила, что есть короткий путь, вот как Оша говорит, например, и не только он, кстати, есть еще такие психологи, которые дают вот такой вот как бы редкий универсальный путь, да, остановись на безмыслии, и просветление тебя настигнет.
Но что-то мне подсказывает, и это лично мой путь. Ну и учитывая, что вокруг люди все-таки они как бы из общества, да, обычные люди, не из Тибета, монахи. Поэтому я склонна полагать, что чтобы дойти вообще до такого понимания, где ты готов пребывать в безмыслии, да, ты должен сначала проработать себя. Потому что когда мы подойдем, к примеру, к человеку, который всех весь в заботах, в хлопотах, только что там, не знаю, допустим, родила там двоих детей, может быть, развелась с мужем, может быть, еще какие-то имущественные вопросы, еще что-то. Ну, человеку там явно не до безмыслия, и он не сможет так угомонить себя, успокоить свой мозг. Человек сначала должен понять вообще, почему этот хаос с ним творится, какой-то там безденежье, там то, все, в общем, все вместе. Когда он начинает понимать, почему этот хаос творится, и начинает задавать себе вопросы, для этого, конечно, должна ситуация чуть устаканиться, то есть разрулиться какие-то моменты, которые в жизни идут, и немного ситуация устаканится. То есть такая вот какая-то передышка, да, и человек понимает, надо что-то менять в жизни, но в данный момент он в периоде некоторой такой передышки находится, не активного стрессового какого-то момента, да, то есть не прям вот в состоянии вот сейчас нахождения какой-нибудь психической травмы, да, какого-то события травмирующего. А именно чуть-чуть вот уже придя в себя, скажем, и вот уже начинается рутина, и тут человек по логике должен задуматься, почему со мной происходит то, что происходит, почему со мной это произошло, да, а почему так сложилась, например, судьба, что вот так происходит, а почему судьба так, что вот мне такой человек попался, или что работа не попалась, или что бизнес не получился, хотя я тоже, как и другие, делаю, стараюсь, там все такое. А, например, у одного идет, а у другого нет, да? Почему вот у какого знакомого, например, человека идет любой бизнес, там, неважно что, может, даже он не суперпрофессионал в своей деятельности, но просто клиенты есть. А вот у меня, допустим, нету, к примеру, да? Ну, думают человек. И вот здесь возникает такой, как бы, почему я и говорила, что это экзистенциональный психолог, потому что возникает экзистенциональный кризис. То есть, кто я, зачем я, почему я здесь, почему у меня получается или не получается, почему со мной это произошло, да? Мое отношение к деньгам, мое отношение к мужчинам, мои там блоки, мои негативные убеждения, все такое, начинают возникать вопросы. И вот с этих вопросов начинаются подвижки. Вряд ли сможет, например, женщина в той ситуации сесть в безмыслие, в медитацию какую-то, и только на этом концентрироваться, находясь рядом, например, там, да, с кричащими младенцами, со звонящими там банками или там каким-то бывшим мужем, еще что-то, неважно, да, с угнетающей матерью какой-нибудь. Человек просто не может морально прийти в себя, у него не хватает моральных сил окрепнуть, да, чтобы начать заниматься духовным развитием. И я считаю, что вот в этот момент как раз-таки и нужно заняться именно проработкой перед тем, как пойти на уровень, где можно уже медитировать в безмыслии, к примеру, да, ну, вообще практиковать безмыслие, не обязательно в медитации, а вот вообще. Хотя, конечно, Оша прав, можно прям начать сейчас и увлечься этим так, что, в принципе, никакие невзгоды не будут иметь вес в этом вопросе, то есть не будут никак мешать. Но это такой случай редкий. Человеку всегда так устроена психика, ей нужно разобраться, ей нужно понять, почему, от чего, зачем. То есть какие-то нужны ответы на вопросы.
А когда человек начинает получать ответы на вопросы, то ему уже нужны инструменты, чтобы что-то исправить, да, исправить убеждения, исправить, допустим, какую-нибудь низкую самоценность себя, да, исправить навязанные какие-то деструктивные убеждения, что это нельзя, что ты не можешь, что ты плохо что-то делаешь, что у тебя нет таланта, что ты никогда не заработаешь, или что это все опасно, не лезь никуда, ни туда, не проявляй себя. Ну, то есть много всего, да? И мы начинаем в этом уже разбираться. Это как бы следующий этап. Следующий этап, когда мы все это выявили, начинаем помимо, чтобы сохранять себя в нормальной психической обстановке, с нормальным психическим состоянием, да, мы параллельно должны заниматься определенными тоже практиками, которые нам дают ресурсы, поддерживают нас. И параллельно заниматься также практиками, которые будут именно расчищать те завалы, которые мешают нам жить и строить, в общем, свою жизнь, свое будущее и прочее, да. То есть мы должны проводить, скажем, трансформацию, можно так сказать. Можно сказать, что перестройку, да, с шаблонов мышления. Можно сказать, что проработать мы должны свои страхи, убеждения, негативные, травмирующие события, которые были с нами в детстве, в юности. То есть мы все это должны проработать. И тогда уже, когда уже в процессе всего этого человек участвует, да, проходит время, что-то прям вот очень хорошо убирается сразу, там легко, и прям, я бы сказала, 50% сразу всей грязи, оно вот уходит, и ты сразу начинаешь уже чувствовать ориентиры. То есть есть очень сильные зацепки, которые вот так просто, ну, быстро не убрать. Но большинство это как вот, допустим, грязь, ну, не в квартире, я не знаю, например, в доме, да, вот все там завалено, все. Но если ты, например, уже пропылесосил, помыл полы, уже как будто бы ощущение, что все легче стало ходить, что-то делать, да. И теперь уже мы приступаем тогда к более таким сильным зацепкам, блокам, убеждениям, к сильным травмирующим событиям, да, то есть это уже начинаем разбирать всякие завалы, полки, там какие-то, которые вдалеке завалены книгами и прочими вещами, потихоньку начинаем там разгребать. Это все такой вот процесс, и когда уже ты, грубо говоря, остались какие-то более сложные, вот эти вот более глубокие проработки, вот уже в этот момент можно начинать практиковать что-то на пути к пробуждению или к просветлению, или как угодно, да, можно назвать. Когда большая часть, основная вот этого ментального мусора будет проработана, а это вполне легко, так надо сказать, да, сложнее проработать какие-то точечные, очень давнешние, очень сильные убеждения, да, а вот общий фон достаточно легко исправить, буквально немного подкорректировать определенными, да, техниками, и уже сразу общий фон становится такой чистенький достаточно. И вот в этот момент, конечно, можно уже, как говорит Оша, понимать, кто такой Бог, да, осознавать себя каждую минуту, пытаться понять, кто я, да, практиковать безмыслие и все остальное. Просто я вот к чему хотела это все сказать? К тому, что у
таких гуру, да, у них все просто. Ну, да, и это так, в принципе. Но большинство людей, как я думаю, они из-за вот этой вот простоты и непроработанности этим не занимаются. То есть это из разряда, допустим, скидываешь человеку, например, видео, да, он послушал, а делать не стал. И так большинство. Человек просто слушает, но не делает. Слушает, но не делает. Почему? Ведь это же так элементарно, да, казалось бы. Ну что, возьми и практикуй безмыслие. И все, и ты все поймешь, снизойдет благодать, и мир будет как бы сам твориться вокруг тебя. Ну, в хорошем смысле, потому что ты не то чтобы сдашься, да, миру, а ты будешь в унисон с ним. А когда человек в унисон с ним, то он находится в таком спокойном блаженстве, удовлетворении, да, то это и есть счастье. А когда, допустим, человек не в унисон, он все время какой-то есть протест или что-то ему не нравится, что-то не так, то есть он оценивает происходящее и пытается все время бороться и что-то изменить, то он как бы становится не в унисон миру, да, вот, входит в такой диссонанс, и тогда как бы получается все не в попад, и человек, как правило, не то, что он получает там пинки от мира, он его просто вот этим потоком определенным, в котором он как несуразно как бы движется, да, его просто бросает в этом потоке в одну сторону, в другую, там об ветки, об камни, еще что-то, и человек еще больше страдает. А когда человек как бы сдается на усмотрение мира, то мир сам делает даже человеческими руками, да. Просто это очень тонкое понятие. Сдаться — это не в смысле лечь и ничего не делать, да, а именно в своих мыслях как бы сдаться, да. Пусть мир обо мне заботится, пусть решает, пусть вот само произойдет наилучшим образом как бы для меня, и все. Но опять же, не каждый так живет. Ну и понятно, почему. Потому что так можно сделать, только когда тебя не мучают какие-то вопросы отдельные, да, постоянно, вот по кругу мучить что-то. То есть надо хотя бы вот эти основные какие-то вещи, которые мучают, их убрать. И в основном это, конечно же, касается самого человека. То есть не партнера, например, убрать, да, а именно внутри поубирать всякие вот эти вот блоки, негативные убеждения по данному поводу, да, разные деструктивные мысли, всякие ошибочные суждения и прочее, вот это вот все. И тогда возникает и уверенность в себе, и человек по-другому уже с другой стороны смотрит, по-другому действует. Все происходит как-то по-другому, когда он сам меняется. И когда уже как бы нет тех грабель, допустим, ну вот у человека есть какие-то грабли у всех, да, их может быть очень много. Это нам кажется, что они одни, а на самом деле их много. Их может быть и 20 штук, и 30. Но, конечно, легче практиковать безмыслие или любые другие какие-то духовные практики, когда основное количество грабель убрано. А вот стоять между ними можно, как и, в принципе, предлагает Тоша, да, замереть посередине и не вставать, грубо говоря, да,
И это тоже по действию, тоже получится, и есть вероятность, что будет резкий такой рывок, но в большинстве случаев, да, это будет просто какая-то такая проба пера на несколько раз, несколько дней или как-то там, которая не увенчается каким-то определенным успехом. И человек потеряет к этому интерес, потому что нет результата. Ну и вследствие того, что накопившиеся проблемы, которые и так существуют, они будут, конечно, нависать. И он же не изменил себя, грубо говоря, да, и действует в том же направлении, так же, как и до этого всегда действовал. И совершает те же, грубо говоря, ошибки. А чтобы не совершать эти ошибки, нужно либо вообще ничего вот не действовать, да, сидеть просто в безмыслии как минимум там пару месяцев. И тогда, может быть, план мира, да, вот он как-то возьмет и поменяется, да, и что-то произойдет, и там кардинально произойдут какие-то изменения в понимании жизни. И это будет такой основной рычаг, который изменит все. И, может быть, тогда и не нужно ничего прорабатывать. Но это такие единичные случаи. Это прям вот когда все равно, скорее всего, либо когда человеку это очень нужно, и вот на грани жизни и смерти, скажем, да, человек находится, ну, в таком моральном, наверное, смысле. Я бы сказала, который вот по-другому уже все, уже невозможно жить по-другому, и нет смысла жить, да, и вот ты ищешь новые смыслы, и ты вот на этом вот так вот заморочен. Либо, когда у тебя все-таки нету серьезных проблем, типа там трое детей, там жена, ипотека или еще что-то, потому что я вот часто вижу таких пробужденных, ну, я не считаю их пробужденными, потому что пробужденный человек, который уже достиг просветления, он не будет говорить о просветлении. И он не будет никого уж точно обучать. Поэтому вот такие около пробужденные люди, они, как правило, я вот смотрю на них, с деньгами все в порядке, а там девушки нету, допустим, молодой человек, да, детей нету, время свободное есть. Уехал на Бали и, пожалуйста, почему нет? Это же легко и просто, в принципе. Почему не пробудиться, да? Я думаю, что очень много людей может быстро-быстро достичь такого вида пробуждения, около пробуждения, если окажется на Бали и с деньгами, там, не знаю, без каких-то стрессовых ситуаций, без проблем, без напрягов, да, то, пожалуйста, любой очень быстро достигнет этого. В принципе, это не так сложно. А вот в обыденной жизни, где ты постоянно ходишь на работу, например, да, потом там в садик, в школу за детьми, потом тебе нужно, не знаю, платить налоги, покупать что-то детям, готовить с утра до вечера, делать уборку, искать там, например, мужа. Я специально так утрирую, да, в плане там, скажем, такой семьи неполноценной. Потому что, ну, конечно, когда ты с мужем, тоже легче. А те люди, например, которые вот в разводе, да, и она, конечно, найдет мужа, но это все требует затрат каких-то, ну, действий, энергии, там некогда расслабиться. Либо все надо пустить на самотек и сидеть, вот, тренировать, практиковать безмыслие, пока дети там бегают вокруг, в школу не ходят, посуда не моется, полы тоже. Ну, вот что-то такое, да, потому что, ну,
крайне сложно. Поэтому большинство людей они послушают, как бы, ну и все, потому что это сложно. А вот когда речь идет о проработке, например, да, каких-то вещей, то это ближе к человеку такому социально активному, потому что это реально видно сразу результат, да, то есть ты что-то проработал, у тебя сразу раз, и пропали, например, комплексы, и ты больше не боишься выступать на публике. Ты что-то проработал, и у тебя раз, и исчезли сразу обиды там на родителей, к примеру, да, если они были не очень серьезные и сейчас, допустим, не продолжаются, а так в детстве что-то было, там еще что-то. Раз, и все, проработались, и как бы отношения автоматически, например, улучшились, да, или просто пропало что-то, что мешает, например, там оценить свое творчество, да, и начать его монетизировать. Раз, и сразу меняется жизнь. Либо, например, проработать какие-то моменты, связанные там с неприятными ситуациями, травмирующими, да, с мужчинами, например, в каком-нибудь там, ну, таком возрасте, когда женщина была девушкой и вот что-то. Раз-раз проработала, например, и все, и уже находит, например, мужчин, начинает с ними общаться, они ее начинают видеть, она начинает как-то себя вести по-другому, становится как бы для них видимой, да, флюиды опять же посылают в их сторону. Хотя до этого казалось, ну почему я не могу найти мужчину? Ну потому что сама себя останавливаешь, потому что мужчина – это боль. Так вот ассоциация такая была. И, возможно, эта ассоциация не только из-за бывшего мужа, например, да? А, например, из детства, когда плохо обращались. Ну там не детство, а юношество. Какой-то такой юный возраст. Это вообще возраст такой опасный как бы для всех девушек, да? Потому что они все наивные, но они все в таком возрасте привлекательны для мужского пола. И дальше уже получается, что они еще ну, беззащитны, и там как бы чаще всего, если происходят какие-то неприятные вещи, они происходят как раз вот в таком диапазоне возраста, да, там, например, там с 15 до 25. Вот. И потом играют в дальнейшем очень важную такую серьезную роль, откладывают отпечаток, что женщина начинает бояться мужчин, не доверять им, считать, что они обманут, что они причиняют боль, там еще что-то. Ну, то есть, в общем, включаются всякие защитные механизмы, да, при которых человек изолирует себя от мужского внимания. Также это может быть и, там, например, лишний вес, или да, то же самое акне, какие-нибудь там прыщики на лице. То есть уже что перешло, например, на психосоматику. Так вот, тоже, допустим, можно проработать, и раз, и все это прошло, и появилась привлекательность, а если еще самоценность проработать, то женщина уже найдет не что попалось, как бы, да, что ей не подходит, что ее будет не устраивать, я как бы имею в виду. Она идет именно того мужчину, который устраивает ее во многих аспектах. Потому что мужчины же бывают разные. Сейчас даже речь не о завидном женихе, да, у которого есть деньги, или там, может, власть, или может, работа, а мужчине, который будет соответствовать критериям женщины. Ну, например, ей там нравится спокойный, мягкий, или наоборот, какой-нибудь такой авантюрный, интересный, веселый, или еще какие-то качества, да, которых очень часто не хватает женщине. Она думает, ну почему попадаются какие-то одни зануды, альфонсы, еще что-то. Ну, потому что сама женщина так себя излучает,
на такой волне, что она как бы сама себя оценила не выше, чем на то, что ей вот не нравится. И когда она проработает, например, какие-то свои внутренние неправильные убеждения, то она сразу будет оценивать себя по-другому. И вот знаете, есть такой момент, что ты просто, например, что-то тебе не нравится в мужчине, вот что-то не нравится, да, каждая сейчас может подумать. И вот ты что вот хочешь делай, но не сможешь встречаться, вот прям внутреннее какое-то идет отвращение. Ну, допустим, я не знаю, допустим, мужчина живет с мамой, да, вот, или не заплатил за тебя в ресторане. Для кого-то ничего страшного, а для какой-то женщины, ну все, у нее все упало, ей ничего не интересно уже. Вот, вот такой вот показатель. Так вот, забавно то, что для некоторых женщин, например, мужчины, которые пьют, бьют, там даже курят, а может быть, о женщинах так вот неуважительно себя ведут, всякие альфонсы или абьюзеры, там просто табу. Вот ей даже не сможет понравиться этот человек. Она, может быть, внешне увидела все что-то там внутри, и вот только она услышала что-нибудь такое, какое-нибудь потребительское высказывание о женщинах, какое-то неуважение, или где человек себя пытается из себя что-то показать, значит, он уже не уверенный в себе, да, он пытается какое-то мнение навязать, как правило, такое к женщинам неуважительное немного, да, типа он мачо-мен, еще что-то, и она сразу это чувствует, и интерес сразу пропадает. Вот ничего уже поделать нельзя, дело не в том, что она такая вредная, просто вот сразу нет и все. Так вот, есть такие женщины, которые... Как, если видишь, что мужчина, допустим, не зарабатывает, я сейчас не говорю о богатстве, да, а я говорю о том, что мужчина не хочет реализовать себя, например, не пытается, ничего не делает, у него там, у него, например, свои какие-то трудности, да, то если в ней этого нету, там и все проработано, например, она просто вот узнает, что вот он так, все, у нее все как бы упадет, все желание с ним дальше что-то строить. И тогда не будет вот этих вот непонятных пар, где мужчина ничего не делает, лежит на диване или он абьюзер. Это все изначально от того, что женщина как бы с самого начала у нее это внутри прописано, что так можно, это можно. Для пары это прокатит. Для того, чтобы создать отношения, это ничего страшного. Вот, например, там какой-то другой недостаток, скажем, да, что вот он живет с мамой или там, скажем, что угодно, то вот это вот, ну все, табу, например. А вот если что-то, то даже интересно, если он какой-то там весь такой независимый, весь, например, играет на чувствах, выпендриваться, то у многих начинает что-то там колотиться сердечко от счастья и радости, да, но для многих женщин, у кого проработан этот момент, она сразу смотрит как на человека с недостаточным уровнем психического развития, то есть который сам, как ребенок, да, и сразу же раз и отторжение, но не может она с ребенком строить отношения. Ну, то есть она даже не против лично его, просто у нее сразу пропадает интерес. Так вот, к этому как бы и нужно стремиться, да, проработать, например, себя, и тогда и мужчины будут находиться нужные. И не будет ошибок, потому что тупо не будет интереса к мужчине, который... назовем общим словом таким, да, недостойный, как сейчас принято говорить. Ну, мы поняли, да, о чем идет речь. Когда мужчина не берет на себя ответственность за семью, например, за детей,
или который там не хочет детей, или еще что-то, они просто как бы отрезаются. То есть ты хочешь ребенка? Нет, я хочу быть свободным, не хочу жениться, не хочу детей, но я тебя очень люблю. Все, у женщины пропадает внутреннее чувство любви, как бы к нему, да, привлекательности, и она просто уходит. А для той, у которой есть проблема непроработанная, она сочтет его привлекательным вопреки вот этим вот моментам, да. То есть это для нее по факту не будет иметь особого значения. То есть это не будет таким уж плохим фактором, чтобы не строить с этим человеком отношения. А для другой женщины, даже когда мужчина не реализует никак себя, не реализовал, не нашел себя по жизни, является вот уже тем фактором, по которому она не в плане меркантильности не хочет строить на отношения, она просто не сможет ни любовью с ним заниматься, ни хотеть его, не доверять ему. Она даже не сможет объяснить, почему, но он ей уже не интересен. Так вот, мы удивляемся, почему некоторым достаются такие мужчины, а некоторым вот такие. Потому что мужчина – это наше зеркало, исключительно наше, да, наш мужчина – наше зеркало. Уйдя от этого мужчины, может быть, два сценария развития. Либо ты внутри уже себя так проработала как-то, да, случайным образом, неосознанно, что, в принципе, ты можешь и готова уйти, и нет вот этой зависимости внутренней, ты можешь уйти от этого мужчины, и тогда находишь себе, скажем, подходящего, хорошего, да, для тебя. А второй вариант – это когда ты делаешь это искусственно, потому что видишь причину только в мужчине, и как бы делаешь это с натяжкой, это все проходит тяжело, болезненно, и следующий мужчина попадается такой же по кругу. То есть такой круг сансары возникает, по которому приходят такие же мужчины. Просто другое лицо, другое тело. А все остальное то же самое. Те же проблемы, те же неурядицы, тоже поведение. То есть очень-очень-очень схожие, скажем, типажи по вот этим вот проблемам, которые они как бы зеркалят в женщине, да, в человеке. Потому что это, собственно, зеркала, вот в чем вся причина. И поэтому нужно даже не с этим мужчиной строить отношения, меняя что-то там и что-то. Нужно вообще просто работать над собой. Если он вот такой вот, значит, это я такая, да? Значит, у меня есть какие-то проблемы, самореализация, например. Значит, я сама прокрастинирую и не иду вперед. Не в плане, может, даже наоборот, я заставляю себя, как родители учили, заниматься там, не знаю, инженером быть или кем там, неважно, юристом, а я не хочу. И я вот заставляю себя, и кажется, ну вот же, я в поте лица стараюсь, почему нет? Да потому что ты не в ту сторону стараешься. Ты стараешься в сторону не в свою. Ты не слышишь себя. И нужно начать с того, что услышать себя. А бывает, что женщина вообще как бы ничего не старается и тоже не понимает, а почему вот так вот, допустим, появляется мужчина, который ни рыба, ни мясо, себя не нашел, денег не зарабатывает, содержать семью не может. Но это же и есть ты. То есть ты не ищешь себя в своем предназначении, ты отлыниваешь, ты не хочешь развиваться, не хочешь изучать себя, копаться внутрь себя, идти, чтобы понимать, что происходит. И что ты должна, например, что-то там в себе раскрыть и что-то делать. Большинство женщин, например, хочет быть только... ну, скажем, мамой, своим детям, а у нее есть предназначение, у каждой женщины, у каждого мужчины есть свое предназначение. И быть мамой или быть женой – это дополнительная какая-то задача, да, но не основная всегда. Основная задача всегда, она
индивидуально у каждого человека, вне зависимости от того, есть семья или нет. И когда человек находит себя, как бы, то потом ему попадается партнер, который тоже нашел себя. Ну, потому что это зеркало. Потому что зеркало. Даже вот говорят, а как же ситуации, например, когда мужчина богат, а женщина нет, и вот все равно они находят. Она нашла себя в чем-то, да, не в богатстве, а она нашла себя и, допустим, занимается чем-то, что ей нравится. Вот. И он тоже нашел. У него это монетизируется, а у нее, например, вместо монетизации это... Ну, не вместо, я думаю, что у такой женщины все равно есть деньги откуда-то, да, даже если она не зарабатывает непосредственно своим каким-то занятием, то, скорее всего, все равно у нее есть какая-то хорошая работа, даже если не по теме, да, то есть мир как-то заботится в этом плане, либо ее папа там еще обеспечивает, родители, может быть, там, может, у нее какой-нибудь там... Не знаю, бывший муж там и обеспечивает. Ну, в общем, это не важно. Просто что она может быть не богата и не супер-пупер там чего-то, но при этом она все равно такая же, как он. И не по какому-то социальному признаку, по признаку деньгам, а по признаку именно самодостаточности, когда человек себя нашел. Потому что даже какой-то модельный бизнес или еще что-то, человек, когда занимается собой, он себя нашел, как бы ты это ни назови, да? А, вот. Ну, хотя все ситуации разбирать нет смысла, они все индивидуальные, и к любой теории можно всегда исключение из правил применять и говорить, что теория неверна. Поэтому не будем особо в этом разбираться и придираться. Главное... Что здесь нужно понять? Да, надо же, она может так долго стоять. Это, оказывается, такая свеча. Ну, такой достаточно известной фирмы. Похоже на то, что она именно долго горит и сама сгорает. То есть, если ее не лить, она, наверное, вот так будет прогорать очень долго. Как интересно. Ну, качественная, да. Но опять же, получается, что она не для поливки. Потому что здесь уже все скоро застынет, а она еще будет долго идти. То есть для поливки нужно какую-то другую. Все-таки сердечки. Вот, поэтому... Поэтому я считаю, что без проработки, ну, никуда, если честно. Здесь как ни крути, как что ни делай, мне кажется, прорабатывать себя просто необходимо. И тогда уже можно переходить к чему-то более духовному. Это... Именно обретение в себе Бога, можно так сказать, да. Это когда уже появляется такая нерушимая связь между тобой и Богом, тобой и миром, как угодно можно назвать, тобой и твоим высшим Я. Когда ты уже понимаешь, что... ничего плохого ты себе не сделаешь. Вот даже Оши говорит, зачем бояться? Ведь все, что есть, весь этот мир, это и есть ты, да? Это и есть я. И что бояться мира? Ведь это ты. Так в том-то и прикол. Ты это или не ты? Ну, вернее, мы понимаем, что это есть я, да? Так я же не могу быть уверенной, что я сама себе... не сделаю какой-нибудь урок. То есть я могу этого не хотеть, но у меня могут быть скрытые выгоды. Например, я могу хотеть чего-то, что разрушит то, что у меня есть.
потому что я думаю, что нельзя и то иметь одновременно, например, да. И поэтому я очень хочу чего-то, но, например, я думаю о том, что это может, не то, что может, а что необходимо, чтобы старое разрушилось тогда. У меня вот такое вот, например, убеждение. Но я сейчас не про себя вообще. И вот человек так и думает. Тогда, конечно, боишься себя, что твоя скрытая выгода, твое то желание победит, потому что люди, они двойственные. И вот их желания вот эти, они как-то всегда дуальны. То есть вроде я хочу работать, но не хочу работать. Вроде я хочу замуж, но не хочу замуж. Или вроде я хочу детей, но я не хочу детей. Рожать не хочу, там еще что-то, неважно. И он говорит, ну зачем себя бояться? Когда ты поймешь, что это ты, то ты поймешь, что себя не надо бояться отнюдь. Даже наоборот. Бог в классическом понимании, Бог милостлив, да? А я, например, со своими скрытыми выгодами могу столько напортачить в своей материальной реальности. Поэтому, конечно, я этого остерегаюсь. Поэтому неудивительно, что я, например, боюсь там что-то делать, что сразу материализация пойдет не туда, куда надо. Поэтому нужно что? Опять возвращаемся к тому, да? Нужно почистить себя. Потому что если себя не почистить, то точно материализация может материализовать совсем не то. То есть, когда, например, мы начнем быть в нынешнем моменте, то есть в себе, здесь и сейчас, без мысли, очень быстро начинают реализовываться желания, скажем так, да. Ну, то есть реальность начинает реагировать очень быстро на человека. И здесь уж либо просто нужно отречься от происходящего, да, и вот что будет, то будет. Либо если ты не хочешь каких-то там жестких перемен таких разрушительных, то нужно проработать внутри все вот эти убеждения, проработать все собственные умозаключения, что так можно, так нельзя. Проработать даже себя на уровне позволения. То есть мы очень часто сами себе ставим ограничения. Либо, например, верный муж и небогатый, да? Либо богатые, но неверные. Я вот выбираю, допустим, верного, и автоматически он не богатый. То есть мы должны себе позволить, что я хочу и богатого, и верного, конечно же, да? Этот человек должен быть. Либо как привыкли говорить почему-то, да? Что либо счастливая жизнь, либо бедная. Типа либо ты... либо счастливая жизнь, но бедная... Либо богатая, но несчастная. Каким ты хочешь быть? То есть вот даже с детства вот эти вот вопросы. А почему? Почему кто-то сказал, что нельзя быть богатым и счастливым? То есть здесь тоже нужно вот это вот все проработать, да? Что я позволяю себе быть и богатой, и счастливой одновременно. И с мужем, и с богатым, и с любящим, и с верным одновременно. И, ну, прочие какие-то вещи, да. Или, например, либо иметь хорошую работу, либо там, скажем, получить наследство. А почему либо, да? Я хочу и работу, которая приносит мне хорошие деньги, и наследство хочу получить, и, допустим, там, чтобы у мужа еще была хорошая работа, и чтобы еще там, допустим, творчество приносило мне много денег. Пусть все будет. То есть мы сами себя как бы ограничиваем. Я уже говорила в других видео, даже в таких простых моментах, как чтоб пришло что-то новое, должно уйти старое. Кто это сказал? И вообще, если это сказано, то не тот смысл люди ловят чаще всего.
они думают, что я должна бросить все, оставить все, отказаться от всего, всех своих этих мишек, игрушек отдать. Ну, я помню такой мем, типа, отдай маленького мишку, а сзади там, типа, у Иисуса большой мишка. И он его хочет дать, а ты вот этот маленького вцепилась и держишь. Да кто вообще сказал, что Бог тебе не даст сразу двух мишек, а, или 10 мишек? Одного маленького, большого, побольше, еще меньше, еще больше. А мы сами себя ограничиваем, что да, нужно сначала что-то отпустить, потерять, отдать. И мы, конечно, не идем в новое. Почему? Потому что мы боимся потерять и отдать то, что у нас уже есть. Скажем, там, заработано честным трудом, потом, кровью, эмоциями и прочим, да? Ты хочешь что-то лучшее, но как ты не хочешь идти в новое, потому что тебе придется все, ну, ожидать, чтобы можно все потерять. Ты не знаешь, что, но вот как бы ты понимаешь, что должен что-то потерять, чтобы пойти в новое, да, что-то отпустить. Речь вообще идет о другом. Отпустить в смысле не держаться, наоборот, за вот эти вот старые рассуждения, старые умозаключения. Речь идет об этом, что у тебя должно поменяться мировоззрение. Нужно отпустить старые умозаключения. А большинство людей понимают так, что если я хочу, чтобы муж был хороший, то мне надо сейчас этого мужа послать, и потом, сколько непонятно лет мотыляться где-то одной, чтобы потом, может быть, нашелся кто-то лучше. И, конечно, женщина не хочет ни одна быть и какие-то там ждать какие-то иллюзии, будет ли этот человек или не будет ли вообще когда-нибудь тот самый вот идеальный мужчина. Как бы она не знает. И, соответственно, она не готова к новому, она новое не впускает, потому что новое ей сулит отказаться от старого. Но на самом деле это ограничивающая программа, которая абсолютно неверна. Мы можем все оставить старое у себя такое, какое хотим. И это старое еще может измениться и прийти еще куча всего нового. Да как угодно вообще. В жизни все возможно, что ты там захочешь. Поэтому и получается, что вот эти ограничения нужно убрать, чтобы когда мы будем уже учиться находиться в настоящем моменте, чтобы не материализовалась как бы наша скрытая выгода, да, реальность, в которой наша скрытая выгода сработала, и наше убеждение, что по-другому нельзя, надо что-то потерять, и тогда вот такое происходит. Да, надо же. Да, не подходит она. Я, конечно, ее сейчас растоплю отдельно. Просто заново всю растопленную слеплю. Но так, конечно, вот эти вот части уже все. Они уже такие твердые, что они уже не поддаются лепке. Они уже ломаются. Так что эта свеча, она не очень подходит. Либо ее прям, когда заливаешь, и сразу ее замешивать, да, не ждать, пока этот огарочек свечи догорит. Вот, его просто сразу вмешиваешь туда. Либо уже другого плана, более водянистые такие свечи, чтобы легче было вот прессовать, потому что здесь, ну вот, никак. Так что мне надо было сейчас ее полностью в микроволновке растопить и тогда уже слепить. Так что вот такая вот сегодня пришла тема тоже. Она всегда как-то приходит так случайно и потом куда-то меня уводит то в одну сторону, то в другую. Иногда в этом потоке мысли так сумбурно несутся и как бы прыгаешь с темы на тему. Вот, ну, что сделать, если поток так идет у меня? И иногда все так слаженно происходит, а иногда отвлекаешься на какие-то лирические отступления, а потом забываешь, что говорил.
И начинаешь сидеть, думать, 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 возвращаться туда. Потом возникают еще вперед новые мысли, сразу 5 штук. И ты стараешься не забыть, потому что ты говоришь, и надо потом их сказать по очереди, да? И ты постоянно держишь это в голове, чтобы вот дальше об этом сказать, надо не забыть. Поэтому иногда речь такая бывает сбивчивая, да, потому что ты стараешься и запомнить, что сказать, куда дальше вести диалог, потому что мысли приходят очень быстро. Поэтому я, например, либо в необъяснительном таком формате записываю, а просто вот они идут, и я штрихами какими-то записываю. Это сказать, это. Ну, просто что идет, я сохраняю могу на бумаге, да, какими-то отдельными фразами, могу также видео записывать, ну, просто вот какие-то осознания, которые мне приходят. Иногда тоже может прийти одно осознание, и как-то смысл разворачивается. А иногда одно, другое, третье, и я его отставляю, потому что потом, как бы, я к нему могу вернуться и в потоке его как бы дописать уже лаконично. А пока идут новые какие-то, да, умозаключения, можно так сказать, но это не умозаключение, это информация в потоке. И она идет каким-то таким ясным знанием и как-то открывается, и нужно сразу вот запоминать, потому что она бывает иногда разноплановая. И потом уже я ее начинаю подключаться как бы, да, к этому вопросу конкретному, и там уже дальше она спокойно идет информация, я спокойно уже записываю. Вот. А когда так вот снимаешь видео для кого-то, да, то я, например, в потоке, ну, пришла мне идея, я включаю, начинаю записывать видео. А когда рассказываю что-то, у меня раз и включается еще что-то. Ну, какая-то еще мысль. Я начинаю ее раскручивать, а там раз, раз и еще две мысли, о которых нужно сказать, две темы, не связанные с этим. И все, и начинаешь уже как бы путаться и забывать, что говорил, и хочется же обо всем об этом сказать, раз оно приходит, не забыть ничто, да? То есть каждую мысль хочется изложить в итоге. А получается так, что предыдущие забываются, либо даже забываются те, которые промелькнули. Да и потом я не могу же просто тоже говорить, это так, следующая мысль, это так. Ну, как я, например, себе там пометки ставлю. Мне же нужно ее раскрыть. И пока я раскрываю, у меня еще там 2-3 мысли в очереди стоят. И от этого бывает как-то вот какие-то такие паузы и какая-то такая сумбурная речь. Меня, в принципе, все устраивает, но просто вот происходит это из-за этого. Интересно тоже такой образ, по которому можно так мыслить. Все-таки есть тоже разница, когда ты принимаешь поток какой-то, и когда ты сразу его говоришь. Это такой двойной навык. Сразу говорить то, что приходит, и еще в уме держать еще, допустим, какие-то несколько тем, которые тоже приходят. То есть получается, что я мыслю, и у меня в голове там 3, 4, 5 позиций, которые всегда где-то находятся, галочки там висят, и я потом вот их как бы по очереди говорю. Поэтому бывает, что так, то быстро, то медленно, то как-нибудь, то слова какие-то забываешь. Вот забываешь какие-то слова, потому что у тебя, допустим, там висят вот эти вот галочки на темах, да, и ты что-то говоришь, 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 а потом раз, и слово забыл, и надо его начать вспоминать, да, и ты как бы отвлекаешься от этих
тем, которые в запасе висят, и начинаешь вспоминать это слово, и начинаешь тормозить так, немножко лагать, потому что начинаешь в своей базе искать, как, допустим, к этому значению подобрать слово. И потом так раз, подбираешь его, все нормально, дальше рассказываешь, и начинаешь вспоминать, что у тебя там было в этих позициях, что стояло, зачем, и чтобы ничего не упустить. Поэтому тоже такой интересный момент. Причем слова могут из головы вылетать самые такие простые, которые в обиходе часто встречаются. Ну, просто вот они из-за того, что сразу много задач, многозадачность такая в голове интеллектуальная, то может просто вот из памяти какое-нибудь слово вырубать. И ты сидишь так, думаешь, ну как же оно? Потом вспомнила так, блин, а остальные мои пункты вылетели. Начинаешь, пока рассказываешь, пункты вспоминать. Так что это тоже такое интересное занятие. Вот. Помимо этого, еще когда делаешь и движения какие-то руками, да, это же еще, скажем, такое занятие. Это есть даже такие упражнения на развитие мозга, когда ты одной, допустим, рукой так делаешь, а другой так. Вот. Потом наоборот. Или там как-то специальные есть такие, я видела, тренера, которые разные такие придумывают задачки для развития мозга, для разных полушарий там. То есть мозг не может так сообразить, и он, как бы сказать, разные задачи разноплановые выполняет одновременно, поэтому он так напрягается. И вот те, кто делает периодически это, вот тех не будет Альцгеймера. Либо вот такая вот многозадачность в голове, когда ты, у тебя много задач, много есть что, о чем сказать, ты сразу принимаешь, отдаешь информацию, формулируешь, и при этом еще физически что-то делаешь, да, то развитие мозга еще лучше происходит. Так что вот такие вот дела. Всех вас люблю, всех целую, всем пока. С вами была ваша Люсинда.